Всем привет, ребята! Сегодня мы будем играть Twilight Tower Defense. Я уже не первый раз играю, а второй, потому что мистер, точнее, ну, это было его подводным стикер, это автор, ему большое спасибо, он мне Лего одну дал, потому что я был в шоке от этого, у меня вообще не было никаких юнитов, кроме обычных. Сейчас волна первая. Я сразу поставлю камерамена с лазером. Это и есть Лего. Вот этот камерамен и есть Лего. Я очень рад, потому что у меня вообще не было легендарных персонажей. Точнее, юнитов. А были только обычные. Сейчас я попытаюсь выжить в этой волне. Да, я не помню, до скольких она идет. Я вообще не шарю по этой игре. И у меня вообще, чтобы вы понимали, я не понимаю, как мне играть так сильно. У меня друг в нее один раз играл. У него были крутые юниты, мы играли с ним. Ну вот это тотем было. Он круто справляется с ними. С этими мелкими скибидистами. Надеюсь, тут Джимена не будет. Я знаю, как они выглядят. Я всегда играю не в то ли Tower Defense оригинальный, а Infinity Money, где бесконечные монеты, потому что мне так удобнее всего. Сейчас я поставлю еще одного камерамена с лазером. Тут. Ой, как нам его не успешно поставили. Сейчас. Надеюсь, стрелять, короче, будет. Вот чистки бедисты. Маленькие. Ну да, игра идеально крутая. Круто то, что ты можешь отдавать на почту других своих юнитов. Это вообще круто. Крутая игра. Да. Но я в нее только второй раз сейчас играю. Мне было достаточно один раз, когда я напугался от Джимена. Потому что он чуть не выиграл нас с другом. Ну так-то лучше, он отсюда будет убивать. Три минуты уже длится бой. Я не знаю, что спикермены такие слабые. Надо было другого поставить. Я пропустил, это волна 5.
Ну, обычно мы когда с другом играли, он говорил, там до 36 будет литься, или до 46, я не помню, или до 26. Да, графика все просто, о, ну капец, как круто. У нас уже тут новые эскибисты появились. Думаю, пора улучшать этих камераменов с лазерами. Три, чтобы улучшить надо. Еще вот тут 300 потратим. Ну а на что я сотку буду брать? Ой, блин, на обычного спикермена, а то я их буду. По два раза стреляет? Я хотел еще этого Астра Титана получить. Я про камерамена Титана с Астра рукой. Он очень крутой. Ну и не только. То же самое интересное, он еще с камеры стреляет. Астра Титан. У нас вот тут уже полицейские какие-то туалеты начались. Ну, они хорошо с ними справляются. Но не так хорошо. Они успевают пройти, какие они быстрые. Это что за скибидисты? Ой-ой-ой, плохи мои дела. Сейчас подождут. У меня уже 2025 монет. Сейчас оставлю еще одного войска. Сюда. 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 Ой, куда-то я не туда поставил. Или туда. Научная лаборатория. Это моя, получается, да? Так, и надо их всех улучшать, да? Быстренько. А то все, придется конец. Так, улучшаем. Тебя тоже. 21 тысяч, что ли? А, 2100 у меня. Ой, плохие дела. Че, остается ждать. Извинись за качество. У меня Samsung самый слабый, потому что он еще с того года. Где-то 5 лет назад еще служил мощный. Но не успел выжить. У меня уже волна 14. 8 минут длится наша война с этими туалетами. Извините за некоторые звуки, это у нас там этот пилят траву косят пилой, или как это там называется. Сейчас мы идем улучшать некоторых агентов. Вот этих двоих, потому что мы не успел, я не успел их улучшить. Ну-ка, сейчас еще этого. Да 750. Так. Еще его 12 000 стоит. Третий уровень уже. Сколько пошло скибидистов? Ой, страшно, не знаю, что будет. 18-я волна началась. Ну хорошо, что я еще поставил туда. А то мне пришел бы конец. И сколько их? У меня телефон взорвется или будет вылетать. Это будет одно из ужасных. 3000. Увы, они уже сюда дошли. Что нам делать? Ладненько, сейчас будем размещать наших пацанов.
Вот эти камерамены с лазерами мощные оказались. Тут уже скибиди полицейские, вот эти диджеи скибидисты пройти не смогут. Достаточно поставил. И сейчас еще биг этого спикера поставлю. Эх, такие тоже. Вот конец сейчас будет, ой, конец. Настал. Максимальный уровень, все. Так, ужас, ужас. Сейчас проиграем, да? Он уже идет сюда. Этот босс. Вон он, вот этот гигант. Мы ему даже ничего не сделали. А вон он, какой медленный, капец. Вас здесь не хватает. Так я здесь быстренько буду размещать, потому что нельзя его оставить живым. Или моей базе конец. Я не дам ему остаться в живых. Слишком много войск. Войска. Ну тут все на максималку, всех, всех на максималку. Тебя. О, чего? У него был еще один уровень. Офигеть. Ребят, я не знаю, мы на этот раз победим или проиграем. Волна 20 уже. Нам надо его выиграть. Или же конец нам. О, его выиграли. Мы получаем 50 монет. Заходим в люби. Roblox за и классик? Это что? Репортация. Я уже думал, что телефон выключился. У меня 31 монета. И еще плюс 50. Нормально. Так, это получается у меня 81 монетка. Да. Там даже думать не надо. 81. Все. Понял. Теперь понял. Еще раз хотел сказать спасибо стикеру. Он благодаря ему у меня появился нормальный юнит. У меня вообще не было нормальных юнитов. И хотел большое спасибо ему сказать. На этом мы заканчиваем, потому что 10 до 12, 13, 20 минут я не смогу продержаться. Всем пока!